Приветствуем вас, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете о разных способах открытия сделок в MetaTrader. Первый вариант – нажать кнопку «Новый ордер» в верхней части экрана. Затем выбираем вариант рыночного исполнения и нажимаем кнопку «Купить» или «Продать». Вы также можете найти опцию «Новый ордер», щелкнув правой кнопкой мыши на графике инструмента. Выбираем категорию торговли и нажимаем «Новый ордер». Другой вариант – торговля в один клик. Чтобы активировать эту опцию, мы щелкаем правой кнопкой мыши на графике и выбираем торговлю в один клик. Как видите, появилось дополнительное окно, и вам просто нужно установить объем сделки и нажать кнопку «Купить» или «Продать». Переходим к отложенным ордерам. Эти ордера используются, когда трейдер хочет купить или продать по другой цене, нежели текущая, но у него нет времени отслеживать рыночную ситуацию, глядя на графики. Есть два варианта размещения отложенного ордера. Первый – через опцию «Новый ордер». Здесь нам нужно выбрать отложенный ордер вместо рыночного исполнения. Выбираем правильный тип, устанавливаем уровень цены для этого ордера и нажимаем «Установить ордер». Как только цена достигнет этого уровня, ваша сделка автоматически активируется. Другой вариант – это разместить отложенный ордер, щелкнув правой кнопкой мыши на графике. Если вы нажмете выше текущего ценового уровня, у вас будет два варианта – Sell Limit или Buy Stop. Если вы нажмете кнопку ниже текущего ценового уровня, у вас будет два других варианта – Buy Limit или Sell Stop. Отлично, теперь вы знаете о разных способах открытия сделок в MetaTrader. Начните торговлю в Amarkets уже сегодня.